В период сложных погодных условий пешеходные переходы становятся местом повышенной опасности. Соблюдать правила проезда через зебру необходимо как водителям, так и пешеходам. В ходе операции госавтоинспекторы устроили проверку знаний на дороге. Как вы встречаете проезд пешеходных переходов и приближение к пешеходному переходу, ваши действия? Если пешеход вступил на проезжую часть, останавливаемся, пропускаем. Если машина останавливается перед пешеходным переходом, притормаживаем и смотрим на действия водителя, который остановился на пешеходе. За несоблюдение правил переезда пешеходного перехода полагается соответствующий штраф. Предусмотрена на административную ответственность по статье 12.18, штраф, за который нарушение грозит в размере 1500 рублей. Ответственность также есть и у пешехода. В случае нарушения правил дорожного движения виновнику будет выписан штраф на 500 рублей. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.